Ну и еще немного старой Читы. Я сейчас пошел навстречу своему приятелю, сослуживцу. Вот, и вот буду сейчас идти мимо домов, старых и новых, конечно, больше меня интересуют старые дома. Что вот в этих домах? Вот в них ничего нет, никакой изюминки нету. Даже вот таких вот, таких зданий их миллионы по всей стране. Сейчас я вот дойду до деревянных домов и уже конкретно можно будет посмотреть. В них, кстати, ничего, это улица Бабушкина. Не скажу, что здесь какие-то такие удивительные, хорошо сохранившиеся дома. Это наоборот дома, которые заброшены. Вот там на некоторых будут таблички «Продаю». Ну, давайте так, посмотрим. Ну, вот эти вот двери, вот в них даже что-то есть такое удивительное. Ну, здесь рекламу ставят. Это Читинская. Дом тоже ничем особо не примечателен, а крепкий стоит, ровненький, не покосился. Сараюшки, конечно, они никакого интереса не представляют. А вот этот вот такой с верандой дом. И какой роскошный куст дикой яблочки. И даже вот какие-то вот такие мелкие украшения. Резьба. Видно, что дом-то был когда-то очень ухожен. Перегородка между домами. Это защита от пожара. Вот где-то ставни закрыты, где-то открыты. И опять резьба. Ну, вот так, конечно. Этот дом сгорел, и тут уже никто не живет. Тоже перегородка между домами, кирпичная, из красного кирпича.
тоже дом, некогда, видимо, богатый. Какие красивые двери еще сохранились, тоже подкрашены. И сам дом тоже. Вот, ну есть же в нем, да, вот дом старый, вроде бы неказистый, но сколько в нем души, вот в этих вот всех вот, в этой резьбе, даже вот это, в этой расцветке окон, ставен. Вот продается дом. Или вот тоже старый дом, одинаково вот с этим домом наличники сделаны. Тут вот тоже парадные двери, которые не знали никогда никакой краски. Еще старые вот эти вот какие-то щеколды. Здесь вот как все сделано. Сколько этот дом помнит наверняка событий и гражданской войны, и более, конечно, позднего времени. Ну, с этой-то стороны что показывает? Ну, коробки, это же вообще, ну, я думаю, когда-нибудь их тоже будет какая-нибудь реновация, все это будет снесено, но это пройдет очень много времени. Ну вот, в общем-то, все. Деревянные дома я показал. А сейчас я иду в гости. Фикс прайс новый открылся, правда, на цокольном этаже.